Итак, последний замер двух ESX-ов 1240, 30 Гц, датчик, Андрей держит дверь. Вот 147,3 у нас результат на синусе. Вот сандали стоят, снятые со серии 2 ESX. Очень мягкие дины. Изначально из коробок. Ну, собственно, неплохо на самом деле для таких динамиков. Вот усилитель Скор Аудио 4500.1. Сейчас последний тест на музыке. Пятиминутный трек. Очень жесткий. Посмотрим, что из этого получится. Это уже в следующем видео.